Это торговые мосты, это входит 5 стран, да, я напомню, где должны были проходить экономические бизнес-семинары, да. И еще в прошлом году организатором является Греция, перечислили нам 50 тысяч евро для того, чтобы на эти деньги мы могли провести экономический форум у себя в городе, да, с приемом всех этих 5 стран-участниц этого проекта. Но в связи с пандемией эти мероприятия начали переноситься, и не было понимания, как правильно провести. Онлайн, конечно, никто мероприятие не хотел такое проводить. Для того, чтобы его правильно организовать, нужно понимать, что мы можем предложить, да, наш город, наш, как продажи, да, скажем так, и что интересует, допустим, те страны из того, что мы можем предложить. То есть должна провестись предварительная работа. И эту работу Греция как организатор, вначале эта компания, общественная организация, хотели сами провести, потом они наняли и поняли, что это достаточно сложная задача — подготовить 5 экономических форумов в 5 разных странах с 5 разными предложениями, да? И они начали проводить тендер на выбор компании, которая бы занялась организацией именно всех этих форумов. На сегодняшний день, насколько я знаю, выбрана уже компания, определили победителя, который будет заниматься организацией форумов. И сейчас уже... Во всех 5 странах они будут заниматься? Да, она будет одна, одна компания. Она как страна-организатор, и эта компания будет заниматься организацией вот этих вот всех. То есть финансирование уже есть, как бы год, больше года, да. А понимание, что на эти деньги, потому что мы пишем им каждый месяц, вот, спасибо за финансирование, но расскажите, пожалуйста, что мы должны сделать. Вот, и они, да, сейчас вот мы определимся, и уже, ну, поскольку я понимаю, что есть выбрана компания, то Молдова уже тоже входит и в зеленые зоны в некоторые страны. То есть я так понимаю, что скоро будет уже разблокирован этот процесс. И будет первоначальное заседание в Греции, конечно, где будет обсуждено. И потом уже будет в каждой стране проведен вот этот экономический форум. Что на сегодняшний день можем предложить мы, я имею в виду наш регион? Это только муниципи или это весь северный регион? Ну, это весь северный регион, весь конечно. Северный регион? Конечно, весь северный регион. Предложение северного региона, чем оно может быть интересно? Мы хотим понимать, какой будет формат, то есть чему будет уделено больше внимания. Это сельское хозяйство, это какое-то промышленное производство, это, ну, в какую сторону нам думать, да? То есть какая будет тематика вот этого экономического форума. Исходя из этой тематики уже и того, что интересует, скажем, наших зарубежных партнеров, потому что пандемия, конечно, она оказала очень пагубное влияние на экономику, не только нашей страны, а и всех этих стран-участниц. И за это время, я так думаю, что даже приоритеты поменялись в продажах. Поэтому сейчас они определяются именно с темой мероприятий. И уже после этого мы будем, я думаю, что задействуем торгово-промышленную палату. Будем, конечно, всех задействовать, подключать к этому, потому что это вот такого формата экономических форум, я думаю, что немного было в Бельцах, если было вообще. Ну, да, один просто не состоялся, если мы вспомним 2017 год. Да, собирались, но ну и такие мероприятия нужно очень серьезно готовить, потому что это приедут и бизнесмены, заинтересованные стороны, скажем, из 5 стран-участниц, да, из 4, включая нашу, да, и мы должны понимать, чего они от нас ждут, и это должны быть какие-то, я думаю, преддоговоренности между партнерами. Ну, есть очень много предварительной работы для того, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне.